Доброе утро! У нас намечается интереснейшая покатушка как в плане маршрута, так в плане и подготовки машин, потому что вот двое суток мы боремся с Нивой красной, но она не хочет ехать в лес. Не знаю, сейчас еще 100 километров до бездорожья. Примем решение, поедем мы на ней в грязь, а или нет, потому что очень-очень все грустно с ней. Но в целом, добрый день, доброе утро. У нас очередная покатушка. А то мы обычно записываем без превьюх, начинаем. Надо как-то исправляться, будем учиться и этому новому делу для нас. В общем, приятного просмотра. Будет интересно. 100%. Я на механике. Ну что, ребята, у нас 55-я остановка. Все хуёво, блядь. Все хуёво, но вот опять лезем дальше. Если тебе тяжело ее поджечь, я сам подожду. Спасибо. Хорошее решение. Если тебе больно, я сделаю. А! Они тут... Ну да, вон там пиздавай. А, ну конечно, нихуя, видно, что. Там, а, беда, они пошли. Угу. Аккуратно, пожалуйста. Этого все, блядь, получается. Ну вот из-за этой хуйни. Мы пьем пиво, блядь. Четвертый час. Красавчик, хоть кто-то снимает. Мне сегодня некогда, блядь. Ага, блядь. Я вот у себя понял, разбирал их полностью, силиконил. Короче, мы нашли проблему. Человек, который перебирал мотор и ставил его на место. Я не пьяный, я уставший. Он положил косу основную на коллектор. Он ее не затянул к кузову, не притянул никуда. Она просто висела, лежала на выхлопной. И она грелась. И поэтому, когда мы проехали 300 километров, она раскалилась, она начала гореть. Ну, гофра уже даже расплавилась. Гофра и проводка внутри начала плавиться просто. Ну, и мкнуть. Да, то есть фотка есть, потом покажем, там просто выгоревший кусок проводов основных, которые отвечают за все, за подачу воздуха, за бензин, за все. Вентилятор. За вентилятор, ну полностью за всю машину. И наконец-то мы полностью сейчас перекрутили все провода. Ну, полностью косу ну не полностью, но половину там Да, многие провода прям были сожжены, но внутрянка как бы нормальная была. Все сейчас обмотали, вот едем, машина работает просто идеально. И мы сегодня будем долбить. Хоть мы на обкаточной программе, у нас всего лишь 4000 оборотов в отсечке, мы сегодня будем валить, как говорится, на все бабки. Это был сок. Да почему? Назад. Не пойдет. Нет, все.
Где спускались по узкой в камни и потом ступеньки. Ну может и да. Не-не-не-не-не, тут сейчас будет спуск. Колеса туда. Сюда. Ну вот. Смотри, какой кусок он грязи выволок. А так бы он, блядь, мостом это все назад греб. Лебедка бомба. Газу, газу! Не-не-не! Вперед надо было! Назад, назад и пиздюлями сразу наверх. Костян! Костян! Кость! И... Газ, дави. Рулем, вот. Человек первый раз за рулем. Ну, в смысле, на Ниве. Прошел. Там Руслан рубится. Я не дотянулся до передач, за эту хуйню класс, она оп и села. А, ну понятно. Ну, то есть, блядь, моменты разные, да, все ништяк. И сцепление бросай, не плавно, а бросай. Угу. Вот человек на опыте застрял, но выехал. Ну да, туда-сюда и все. А я хотел вас в эту лужу засадить. А, здесь лужа хорошая. Переходи, сейчас Олег поедет. Давай. Влево. И газу, нахуй ты наклоняешь ее. Че, перевернем белку или нет? Влево, Олег, влево. Так ты...
Олег, ты когда руль крутишь, у тебя прикинь какое усилие, газу давай, чтобы ты скатился просто, и все. Вот и все, блядь. Назад попробуй чуть-чуть. Чуть-чуть. И вперед. И право чуть-чуть. Давай, аккуратненько свалишься, хорошо. Валюсь, да. По-моему, я дохуя взял. Не-не-не, нормально, хорошо. Вот влево и нога, ну, нет. Стой. Ого, а он все, он не проедет сам. Пошел, Хасик! На второй! Костяныч рулит на красном пепелаце. Кто чинил, тот и ездит. Покажи, куда ему ехать. Стой, подожди, видео снимем. Стой. Пошел! Ворот, я тебе говорю. Орлы едут и летят. Thank you.
Монстр трак! Хорош! Ты крейзи! Пошел долбить! Тём, подожди. Не рубись, выворачивай, да.
Едь туда к нему и потом там перелезем. Спускайся туда вниз. Нет, сильно прямее сделай. Вот, стоп. Теперь вправо. Давай вытаскиваться. Тут кого-то. Да. Лево, 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 Кость, там пиздец. Там бревна лежат, там такая чача, что там не пройдешь. Говорю, пошли, поехал. Право! Отпускай тормоз и кати. Там жопа отвесилась офигенно, заднее колесо висит. Ну, неплохо, неплохо, давай. А он пройдет здесь. Только у него одна сторона цепляется. Не, назад и ходом пробивай. А попробуй назад. Чуть-чуть вперед, у тебя пенек, его перепрыгнуть надо. Ты упираешься бампером. Да, ты просто сюда врываешься. Тебе надо еще больше вывернуться. Достал, он мешает, там,
резче назад, тебя, видишь, жопу выносят, ты просто уперся. Калия, ударил. Ну, либо попробуй еще больше назад сдать. Олег, тебе надо максимально назад. Прям тяни еще назад. А ты клыком упираешься просто. Все, давайте, ребенка. Давай, ребенок. Вот и бампер мягкий. Не, стоп. Бампер уже все, уже в крыло ушел, да. Нет, еще нет. Да, ты упираешься просто. Вперед! Куда ты едешь? Нам вперед! Подождите, что же это такое? Это же Нива, в которой 1000 километров. Все, стой! Кира, ты лучший, блядь!